Друзья, всем привет, и в этот раз проверим то, сколько можно заработать на перепродаже стикеров команд, что только взяли турнир, но будем искать стикеры вне стима. Многие замечали, что как только какая-то команда выигрывает определенный крутой турнир или выходит хотя бы в финал, то ее стикеры начинают расти. Но не всегда успеваешь вовремя среагировать и закупиться внутри стима ее стикерами по выгодной цене. Ну и тогда мы вспоминаем с вами про обменники. Да, желательно иметь какой-то баланс на каком-либо обменнике. Ну а далее с помощью базы цен Трайскинса можно найти тот обменник, на котором лежит пачка наклеек этой команды по выгодной цене, и уже оттуда их забирать на продажу Steam. Не забывайте, что мы фиксируем профит здесь и сейчас, то есть наклейки с бана на сайтах нам не нужны, потому что столь стремительный рост и хайп на эти наклейки происходит зачастую за весьма короткий срок. В моем же случае турнир выиграли Mousesport, и я пошел искать их стикеры. Заметив их на CS Deals, я стал туда переводить баланс. Опять же, с помощью таблицы Трайскинса с Reddit'а, так как баланс был именно там. Итак, переведя выгодно баланс, я набрал стикеров этой команды на $4.60 по балансу сайта. Ну и в количестве 20 штук я их вывел. Далее мне их оставалось продать в Steam по цене 18-19 рублей. Ну а я замечу, что буквально за сутки до этого их стоимость была рублей 14 максимум. Ну а для того, чтобы показать, сколько мне удалось с этого профитнуть, я попробую перевести баланс, полученный в Steam, обратно на этот сайт. И получив на стиме 334 рубля, я решил с этим сильно не заморачиваться, и так как при покупке вещей в стиме на них ставится бан 7 дней, я подумал перевести баланс на CS Money шмотками CS-ки. Ну а оттуда дота перевести по таблице баланс на CS Deals. Итак, закупившись вещами, я стал ждать 7 дней. Сразу скажу, что не все вещи обрадовали по цене, но это показательный круг, да и я явно поспешил чуть ли не рандомным набором вещей на CS Money по табличке, и даже брал их не по автобаю. В общем, по итогу на CS Money мне удалось перевести баланс и получить примерно 321 рубль на CS Money. Ну а далее я набрал вещей доты по табличке CS Deals, накинул 2 рубля со своего кармана, вышло это на 323 рубля всего, и осталось только закинуть эти вещи на CS Deals. Ну и так как мы помним, на балансе CS Deals было списано $4.60, ну а провернув этот круг, даже несмотря на различные косяки, я получил $5.42. То есть за круг трейда, что занял 7 дней, я заработал процентов 17. И это на скорую руку. Думаю, можно и гораздо лучше. Так что берите на заметку. Всем приятного трейда. Не забывайте про лайки, подписку на канал. А также оставляйте свои комментарии под этим видео. Ну а мы еще увидимся.